сообщает ТАСС, что о поражении инфраструктуры Украины заявил Шойгу. Зимой без тепла и света будут в Украине школы и больницы. А я от страстишки, клипов, записи избавиться все не могу. И клипами с пословицей, когда в хвосте начало, то в голове мочало. Продолжаю в интернете разных сайтов заполнять страницы. Каждый день с утра до вечера, вот как сейчас, потому что делаю, что должен, и пусть будет, что будет. Вот такие вот дела.